Всем добрый день. У нас уже день, снимать начинаю с дня. Разогревая ребяткам кушать. Суп они не хотят, поэтому разогревая рис с капустой, что вчера тушила. Сейчас буду. Все-таки будешь суп, если суп разогреет? То хочу, то не хочу. Определитесь уже как-то. Хорошо, Ванечка, сейчас разогреешь. Супа как раз еще немножко осталось. Сейчас еще тогда, значит, суп Ваня разогреешь. Марина-то сказала, я не буду. А Ваня решил поесть суп. Поставлю, сейчас это разогрею. Сейчас каша с мяча разогреется, капусту. А потом уже и все остальное. Так, раз Ваня решил суп еще поесть, то разогреем тогда еще суп. Чайник вскипятила. Сейчас чай еще им направлю. Не люблю вот эти верхушки у коробок с чаем. Мне тут пишет женщина: Настя, в вашем регионе уже пора рассаду садить. Почему ты ничего не садишь? Ну, у меня много причин. Первая причина – это мои дети. В том году они мне много рассады пороняли, поковыряли. Ой, что только не было. Поэтому вот так вот. Ну, а там видно будет. Я еще не видела, чтобы кто-то садил у нас, потому что высаживать все поздно надо. Да еще и не факт, что у меня муж рада сделает парники. Поэтому не к спеху. Что успею, посажу. Мне вообще, вот знаете, вот как я заметила по своим этим деткам, что мне выгоднее рассаду купить, чем саму садить. Но я решила все равно садить сама. Так что рано еще. Рано. Очень рано. Будем садить. Обязательно с вами будем садить рассаду. Но пока еще не сейчас. Пойду отнесу ребяткам рис. Ванечка, сядь. Все, сели они кушать. Кушают на здоровье. Всем, кто кушает, всем приятно. Садитесь вместе с нами. Покушайте. Сейчас все тоже разогрею. Я сегодня, кстати, еще ничего не ела. Это у меня будет первый завтрак такой называемый. Первый мой завтрак. Потому что я сейчас много-то не ем. Мучное стараюсь вообще не есть. Нет, когда хочется прям сильно, я как бы съем кусочек хлеба или что-нибудь там такое. А так стараюсь мучное сейчас не есть. Поэтому вот так вот. Ну, вот уже минус 4 килограмма. Ну, кстати, посмотрите. У меня еще весы неправильно идут. Показываю. Сейчас вот еще ничего не ела, вот как раз посмотрим, что они у меня покажут. Ну и что вот они у меня глючат. Не хотят показывать, засранцы. 85 900, была 89 200 или 89 700, что-то такое, короче, было. У меня много похудели. Мне кажется, мы когда-то эти весы вообще за копейки брали. Дешевские. Мне кажется, они неправильно показывают. Так что вот как-то так. Сейчас поем. Детям сделаю чай. Вам чай с молоком делать? Да. Все. Понятно. Что-то у меня Маша все еще не пришла. Время уже к часу подходит, а Маши все еще нету. Всегда рано приезжает, а тут нету, и не знаю, что. Аж как-то это переживаешь уже. Ну, посмотрим, придет, так скажет, из-за чего, может, урока больше. Не знаю. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня. Оставайтесь с нами.
У нас уже день. Ну как день? Время 5:00, 4:30. Маша пошла на танцевальный. Да, Маша? А я пошла в магазин на молока купить, хлеба и тушенку хочу купить. Сегодня ребята опять рис с капустой попросили. Надо будет в своем последнем его капусту и шинкую. Потом надо будет завтра, наверное, в город съездить капусту купить. У нас дороги расширили. Ура! Прям вообще классно. Да, Маш? Пошли. Право так чистят плохо. Ну, хоть расширили, уже хорошо. Теперь ходить. Видите, какие глыбы. Все на забор. У нас вот там вот сильно на забор. Вот такие вот дела. Ладно, пойду в магазин. Сейчас куплю и принесу, покажу, что купила. У Олеси. Сегодня клуб, кстати, не работает. А, ну. Что ты уроки? У Олеси сделала. Мы там... Я и смотрю, почему тебя долго нет. У меня пришли... Мы тупили, мы ничего не поняли. Света с Оксаной пришли со школы. Короче, ребят, у нас распаковка чек. Знаете, я смотрю на ТикТоке и на Ютубе женщина, которая всегда так говорит, распаковка чек, и всегда на позитив. Вот и я буду так же. Я знаю, что сейчас меня будут многие ругать по поводу пластиковых тарелок. У меня была для миксера большая тарелка, такая глубокая, но высокая, я имею в виду. И она у меня сломалась. Та-дам! Я себе взяла две. Одна побольше, другая поменьше. Для миксера. Но они у нас дешевые. И вот взяла две такие миски. Сейчас, кстати... Ваня аж зазевал. Сейчас будем, кстати, тесто делать. Маша, будешь орешки делать? Все, я тогда тесто сделаю, Маша будет орешки делать. Хотите посмотреть? Оставайтесь с нами. Так, короче, это показала. Дальше взяла литр кефира. Он капает. Кто капает? Ты что меня пугаешь, блин? Морковки корейской. Света меня напугал, говорит, он капает. 2 литра молока. А? Вкусненько, видишь? Что-то печеньки кинуть. А ты что от меня ждешь вкусненькое что-то? Печеньки. Вот, блин, привыкли. Суп ничего есть не хотят. Главное, что-нибудь вкусненькое им надо. Короче, 2 булки хлеба. Видишь, такой рис капусты сейчас. Вчерашние уже почти съели. Я хочу суп и хлебом. Суп и с хлебом? Ну ты тогда, ты, Маша, возьми, пожалуйста. Ты у меня кушаешь суп с хлебом. Ты у меня молодец в этом плане. Дальше, потом купила... У нас в овощном продают по 80 рублей мандаринки. Взяла. Куда руки? Смотрите, смотрите, руки тянет. Их помой только обязательно. Там непонятно, сколько рук трогала их. И яблоки по 65 рублей венгерка. Взяла пакетик. Также, что вчера, которую рис тушен с капустой делала, дети сказали, мяса некоторые не хватает, поэтому сегодня я взяла тушенку, сделаю с тушенкой. Тушенка свинина в белом соусе какая-то. И вот такое вот икорное масло взяли на пробу. Попробовать, что никогда такое не брали. Вот одну баночку. Все, все покупки. Короче, сейчас я переоденусь, штаны сниму. Сделаю. Маша, давай успевай. Сейчас я Ванечка помою. Подожди, мандаринки сейчас помою дам. Маша, успевай, давай уроки делай, чтобы пока я тут мне все было... растоплю, пока все сделаю. Ты как раз делаешь, потом не прыгай, стол качается. Потом будешь орешки делать. Немного. Ну иди пока делай. Ты сегодня весь день пролежала в телефоне, а потом говорит, а мне много уроков делать надо. Нормально. Маш, ты полдня пролежала в телефоне. Как так нет? Ты со школы пришла, что делала? Кушала. А потом? Кушала. Ага, а потом ты в телефоне лежала. А потом ты пошла на танцы. И что толку? Пришла с танцев, говорит, мама, закрыли на неделю. Я говорю, а почему вас не предупредили? Она говорит, не знаю. Ну ладно, сейчас хоть это будет на танцы, пока не надо ходить. Видите, из-за того, что многие болеют, танцы пока у них отменили. Ну ладно, не в этом суть. Все, иду снимаю штаны, переодеваю и будем готовить.